геймеры, соскучились по новеньким игрушкам? По-моему, самое время утолить вашу потребность в них. Прямо сейчас геймзона на канале Экспресс. Сегодня в программе «Вести с полей», мобильные мини-игрушки, хиты недели, а в придачу продолжение бессмысленных метаний семейки Симпсонов по виртуальным просторам. Без дела, без цели и без царя в голове. Итак, запасаемся чипсами и смотрим. Министерство обороны США заказало воссоздание поверхности целой планеты Земля разработчику онлайн-ролевой игры под названием There. В соответствии с давней традицией, эта команда предпочитает называть свое творение вовсе не игрой, а виртуальным миром, причем на этот раз имеет полное право так поступать. Копия нашей планеты будет настолько приближена к реальности, насколько это вообще возможно. С полным соблюдением всех пропорций и географических реалий. То есть, если игроку вдруг вздумается сесть на пассажирский поезд и прокатиться из Питера в Москву, то путешествие займет порядка 8 часов. Впрочем, у Министерства обороны насчет виртуального мира совсем другие планы. Именно там солдаты армии США смогут оттачивать свои социальные навыки – миротворчество, охрану правопорядка и разведку. Пока что в наличии из городов имеется лишь Кувейт. Однако к моменту выхода симулятора Земли в онлайн, а он состоится в сентябре этого года, планируется воссоздание всех крупнейших метрополисов мира. Прямо сейчас разыграем диск от нашего партнера CD-центра Gigabyte. Вот эта игра, Tony Hawk Pro Skater 4, может стать именно вашей. Но для начала попробуйте-ка ответить на такой вопросик. Как называется базовый трюк в скейтборде? Первый приславший правильный ответ на пейджер редакции, абонент «Вечерний экспресс» и станет обладателем этого диска. А мы продолжаем. И далее в программе мобильные мини-игры. Сегодня в нашем обзоре игрушка Apache Mission — отличный вертикальный скроллер. Ремейк некогда довольно известной игры, вышедшей на платформе Nintendo. Надо отметить, что на Java игра стала намного динамичней, ну и намного сложнее и опасней. Кроме того, теперь в игре доступно целых 3 вертолета, у каждого свои характеристики по скорости, силе вооружения и броне. В зависимости от типа миссий и типа врагов, вы можете также использовать несколько типов вооружения. Автоматическую пушку, ракеты воздух-воздух и бомбы. Геймплей дышит хардкорным драйвом, а графика приятно радует глаз. Даже некоторые проблемы с озвучкой и полное отсутствие инстинкта самосохранения у противника не способны испортить общее положительное впечатление от игры. Если ваш телефон поддерживает Java, обязательно попробуйте эту игрушку. Ну а далее мы с вами узнаем, какие же игры стали самыми популярными среди геймеров на этой неделе. Скажите, когда вы в последний раз смеялись, играя в компьютерную игру? Имеются в виду совсем не те звериные ухмылки, заползающие на лица людей метким выстрелом срубивших голову с плеч очередного снайпера, и вовсе не тот смех маньяка, ворвавшегося с бензопилой в барак, где мирно спит вражеская рота солдат-младенцев. Речь идет о безобидном, беззаботном и беспричинном смехе, вызванном тем, что на экране произошло что-то более смешное и нелогичное, чем акт кровавой бойни. В наш век жестокого прагматизма и засилия реализма смеяться просто некогда, а жаль. Итак, на третьем месте в рейтинге самых популярных игр недели Armed and Dangerous – зубодробильный юмористический экшен от третьего лица, игра, выхода которой с восторгом ждали геймеры всего мира. Пробовать всем настоятельно рекомендую. Как показывает практика, неофициальные дополнения в большинстве своем обречены изначально. Впрочем, иногда все же появляются достойные проекты, и этот факт очень радует, поскольку подобные разработки основаны на долгом опыте общения с игрой и исправлением всех ее недочетов фанатами, которые зачастую лучше способны понять потребителя. Итак, на втором месте в тройке самых популярных игр — великолепное дополнение Command & Conquer Generals, аддон под названием Iraq War. Ну а чемпионом этой недели вполне заслуженно становится очередное дополнение к великому и ужасному The Sims. Этот приторный симулятор жизни вот уже который год не перестает радовать фэнов все новыми и новыми аддонами. Всегда мечтали стать суперзвездой, что ж, милости просим. Вы можете побывать в шкурке поп-звезды, топ-модели или известного киноактера, по выбору. Все любители симов, несомненно, оценят эту новинку от EA Games, остальным играть не обязательно. Спонсор нашей программы – сеть магазинов Gigabyte. Напомню, что именно в CD-центре вы можете найти все игрушки, которые видите в нашей программе. Ну и это еще не все. Gigabyte – это самый большой в нашем городе ассортимент компакт-дисков с играми и софтом, а также отличный выбор фильмов и музыки на DVD. 14 января этого года мультсериал «Симпсоны» отпраздновал свое 14-летие. Несмотря на свой преклонный по телевизионным меркам возраст, безбашенная семейка из американского захолустья по-прежнему находится на пике популярности и удерживает звание самого востребованного анимационного сериала в США.
А 13 ноября года прошлого увидела свет и очередная игра, посвященная Симпсонам. Между тем, популярность Симпсонов на их родине практически необъяснима, так как сериал беззастенчиво высмеивает американский образ жизни и унижает саму идею американской мечты. Но довольно лирики. Перейдем непосредственно к самой игре. Первое впечатление не слишком положительно. Похоже, что разработчики украли идею своего детища у создателей игры GTA. Главный герой в данном случае — это Гомер Симпсон, бегает по городу, садясь в любую понравившуюся машину, а затем учиняет различные беспорядки. Первые задания не блещут оригинальностью, вроде ничего особенного. Еще одна аркада, эксплуатирующая известное имя. Но вскоре вы начинаете понимать, что вокруг происходят не совсем нормальные вещи. Всюду летают мутировавшие пчелы с камерами вместо голов. На улицах появляются загадочные черные фургоны с надписью «Доставка пиццы», которые также что-то вынюхивают. При этом от них самих пахнет совсем не пепперони, а скорее ФБР. Гомер, как настоящий американец, которому есть до всего дела, решает провести собственное расследование и выяснить, что же происходит на самом деле, попутно втянув в историю и всю свою веселую семейку. Все задания в игре условно можно разделить на те, что выполняются за рулем транспортного средства или на своих двоих. Первых заданий куда больше, чем последних, и они более интересны и разнообразны. Среди миссий на колесах встречаются задания на время. За некоторый временной отрезок вы должны что-то собрать, например, сбежавших из лаборатории подопытных обезьян, разбить машину оппонента или подобрать выпавшие из преследуемого грузовичка коробки с видеоиграми. Из пеших заданий можно отметить миссию, когда Лиза спасает Барта с корабля в порту, а также марафонский бег «Марш», собирающий банки с колой, чтобы они не попали в руки детей. О графике. Игра полностью трехмерная, и с системными требованиями ниже рекомендованных играть невозможно даже при самом низком разрешении. А возможности движка впечатляют. Все сцены просчитываются на лету, и как невозможно дважды войти в одну и ту же реку, так практически невозможно застать одну и ту же публику в магазине, баре, банке или просто на улице. Музыкальное оформление игры заслуживает отдельной похвалы, не только потому, что все герои озвучены своими актерами из сериала, но и благодаря множеству музыкальных тем, созданных специально для игры. Все диалоги написаны создателями сериала, и в них чувствуется рука автора и присущий мультфильму едкий юмор и сарказм. The Simpsons Hit and Run – безусловно первая игра, сумевшая передать атмосферу Спрингфилда и включившая в себя всех персонажей мультфильма. В первую очередь игра адресована всем поклонникам сериала, знающим английский язык хотя бы на уровне средней школы. В противном случае получить особенно большое удовольствие будет достаточно проблематично, так как при переводе многие шутки теряют не только свое первоначальное значение, но и смысл. Ну вот и все на сегодня. Надолго не прощаясь, увидимся ровно через неделю, здесь, на канале Экспресс. Играйте в игрушки и не скучайте.